Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Добрый день, дорогие друзья, с вами Александр Жданович. Я хочу поделиться своими отзывами и наблюдениями о продукции компании FFI, а именно о MPG Cup. Сейчас вы увидите, что, как себя ведет машина после первой таблетки и что с ней вообще случается. На данный момент я езжу на стандартной комплектации Citroёn Xtantia 1.8 инжектор. 110 лошадиных сил, но я скажу так, сама по себе, хоть и 110 лошадиных сил, машина тупая, она просто не едет. Раньше мне надо было полностью педаль газа утопить в пол, чтобы я что-то почувствовал. Сейчас же полностью все изменилось. Я наблюдаю, что машина стала более шустрой, более подвижнее, маневреннее, и тем не менее на обгоны теперь могу идти с 2300 оборотов, чем раньше. Раньше я шел только с 3, это минимум, а то и выше. Что еще наблюдаю, что машина, естественно, стала резвая. И такая отличительная особенность, то что машина начала тянуть с более низких оборотов. Раньше она просто захлебывалась, ей не хватало... Как это сказать, не хватало силы вытянуть. Она начинала брыкаться, как и любая машина. Теперь же все классно. Хотя я только, как сказать, проехал 200 километров, а мои первые наблюдения были замечены после проезда 50. В общем, сейчас я покажу, как она едет. Да, кстати, машина сейчас стала более тише работать, что это радует. Ну, только подшипник пока меня барабанит, но это не проблема. В общем, смотрите, наблюдайте, как оно и что. Пользуйтесь. Учитывая, что 1.8, 110 лошадей, это вообще копейки. Да, уже на спидометре 120, вот вам. Одна таблетка и уже виден результат. Ну, дальше, я бы погнал дальше, но дальше не буду, там кольцо, извините. В общем, друзья, вот такие вот мной замечены наблюдения. Ну и дальше будем рассказывать, что мы увидим, что мы почувствуем. Также я хочу обратить внимание и сделать отчет по ЦО. В общем, всем удачи, продукт классный, пользуйтесь, на здоровье.